Всем бобра, дорогие друзья, с вами я, Димон Пас. Сегодня мы снимаем новое видео по Майнкрафту. Часть третья. В прошлой серии вы меня удивили в хорошую сторону. Вы написали много комментариев и поставили 5 лайков. Это, ну, хорошо. Сегодня я продолжаю новый выпуск. Часть третью по выживанию в Майнкрафте. А в прошлой серии я нашел алмазы и изумрудики. Изумрудик. Ну и вот мой стак. А еще позади меня деревушка. И я еще туда не ходил, но мне интересно, что там. Поэтому давайте уже пойдем. Не будем тянуть кота, как говорится. Да. Поехали. А уже пофиг. Так, все, я здесь. У меня уже хороший сет. Как раз возле лавы. Уже скоро построим портал в ад и все такое. Вот он. Ну, деревушка маленькая, но тут хотя бы что-то есть. О, кузница! А в кузнице что у нас? И железный шлем. А мне как раз не хватает шлема. А вот это мы выбрасываем и берем. Так, меч. Нет. Берем для коня. Такую фигню. Пока могу здесь обосноваться. Ну, а потом мы начнем строить портал в ад, что ли, и все такое. А пока мы еще сделаем моего коня. Тьфу. Туплю, простите. Сахар мне нужен. Чувак. Блин. Ребята, я сейчас к деревьям пойду. А этого коня я пока застрою. Чтобы он не вышел. Вот так вот. Ту-ту-ту-ту-ту. Красивый конь сейчас. В ловушке пока что. Сегодня со мной мама. Привет. И, ну, сейчас я должен найти яблочки и дальше пойду. Ну, я сейчас яблоки пойду собирать, а пока остановлю запись. И вот, ребята, я уже приручил коня этим яблочками и уже вклеил ему сидушку. Ну, одел. А сейчас мне надо свой дом сделать какой-нибудь. И все. На сегодня все. Или портал в Эндермир сделаю. Только мне надо глаза Эндера. Ну, и все такое. А пока я катаюсь на коне. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, сейчас мне надо его... Ладно, сейчас мы тебя куда-нибудь запрягем. Какую-нибудь квартирочку. И сюда. Сюда иди. Блин, я застреваю. Я сейчас запись отключу, ну, чтобы типа еще такое. Вот, я уже... Все, я вот построил портал. И мне осталось добыть зажигалку. А зажигалку я не знаю, где добыть. Добыть бы ее где-нибудь. Я уже крафт ее забыл. Зажигалка.
Ага, кремень и железо. Кремень. А так нельзя. А так нельзя. Бля. Обидно. А, точно! Вот отсюда он должен упадать. Я помню, он отсюда. Давай. Абсолютный рандом. Наверное, мой лайфхак никогда не работает. Так. Я сейчас останавливаю запись и подожду, пока когда я добьюсь этого кремня. Потому что он вообще не выпадает. Наконец-то мне выпал этот кремень. Наконец-то мне выпал этот долбанный кремень. Полчаса на него потратил. Так. Вот так делаем. И зажигалка. Опа. Все, пора идти делать свой портальчик. Как страшно. Ну ладно, пойдем, бывает. Сейчас-то мы и посмотрим мою везучесть. Мне надо убить эфиритов. Наверное, сейчас я остановлю запись. Хотя, да, придется, походу. Придется остановить запись, к сожалению. Запасаться блоками лучше сейчас. Штагаст не из приятных чуваков. Ну, я сейчас, наверное, пойду добывать всякую фигню. Всего, что я нашел, это эфритовые палки. Больше здесь ничего нет. Вот я уже нашел эфритовые палки и... Так, вот я и нашел обсидиан. Мне не нужен. Сейчас... Все, я нашел эфритовые палки. И вот иду, все нормально. Осталось поспать до завтра и все. Сейчас спросишь, когда я эту выключу запись. А запись я еще не скоро выключу. Это мой конь. Да. Черт. Как это выключить? Это новый каяк. Так, сейчас мне не нужны грибы. Ну, вот все. Все нормально. У меня все под контролем. Да, коняшка. Единорог, я знаю, кто такой единорог. Нет. Это Майнкрафт, мам. Не матерись.
материться противозаконно. Особенно в Ютубе. Ха, смешно. Это мой котелок, не выйдет. Я с ним гулял. Попку пускай, идиот. Так, я, наверное, сейчас пойду, дождусь ночи, убью эндерменов. И достану глаза эндерменов. Поэтому все. Пока. Я ненадолго сейчас.